Еду из Питера на юг. Поеду через Псковскую область. Проехал Порхов. Это уже у нас Дедовический район. Попрем на Великие Луки. Ну а дальше на Смоленск и на Брянск. Дорога пока ничего. Ни камер, ничего нигде нет. Ни гаишников. Красота. Глухие места. Много заброшенных домов и даже деревень. Погодка шикарная. Дорога вообще свободная. Одни легковушки шныряют. Иногда газельки встречаются. Места тут вообще прикольные, немноголюдные. Остановишься, бывает, машин нет. Такая тишина, аж уши режет. Правда, комаров и слепней до хрена. Дорога местами себе так. Сейчас лося видел. Стоял в кустах. И не убежал, пока я не подъехал. Рога здоровые такие. Только кусты рогами цеплял. Жалко, не снимал в это время. Шел я лесом, встретил лося. Вообще зайцев дофига видел. И какого-то оленя или косулю, не знаю. Животных видно много здесь. Я так понимаю, здесь в основном дачи. Питерские приезжают на лето. Зимой, наверное, вообще пустота. Сельского хозяйства, по-моему, никакого нет. Ни коров, ни даже кур не видно, чтобы где-нибудь ходили. Как у нас на ИВ. Зато лесом богато. Грибов, наверное, много, ягод всяких.
Кафешек вообще на этой дороге нет. Ни одной не видели. Наверное, нет спроса. До Великих Луг километров 80 осталось, наверное. Погодка хорошая стоит. В сентябре уже, наверное, здесь сольет дождями. Надо куда-нибудь в сельпо зайти, что-нибудь похавать здесь, а то кафешек нету, так на капоте порезать колбаски. О, сейчас коров первый раз увидел. Наверное, фермера какой-нибудь. Несколько штук послось. Речка такая интересная, порыбачить бы здесь, малюха. Нет, до Великих Луг подальше получается. Грибы, наверное, уже есть. У нас на югах, кроме шампиньонов, весной, после дождя, ни хрена нет.